Сегодня Раисе Ивановой из Мариинского Посада исполняется 97 лет. Почтенный возраст на самом деле для Чувашии не редкость. В регионе много долгожителей. Съемочная группа программы «Республика» поехала поздравить пенсионерку. Она одна из немногих, кто может рассказать, как строили Сурско-Казанский оборонительный рубеж. Уважение к труженице тыла и уникальная встреча с удивительным человеком. Мы рыли окопы между деревнями Вторые Чекуры и Кужмары. Одни работали кувалдой, другие на носилках вывозили землю. Мужчины работали впереди, они долбили землю, а мы, женщины, вывозили эту землю за окопы. Великая Отечественная война началась, когда Раисе Ивановне было 16 лет. Сначала ей пришлось работать в колхозе. Когда немецкие войска уже стояли под Москвой, в ставке Верховного главнокомандующего было принято решение о строительстве оборонительных сооружений в глубоком тылу. Река Сура стала линией, по которой прошел рубеж. Нам повезло. Мы жили вблизи деревни. Днем ходили топить печь и в чугуне готовить картошку. Кто работал вдали от деревни, им было сложно. Без хлеба мы не сидели. Колхоз приносил нам хлеб и картошку. Был один человек, кто оставался и готовил еду. Сегодня Раисе Ивановне исполняется 97 лет. Но она до сих пор помнит самый страшный день своей жизни – 22 июня 1941 года. В селе была ярмарка. Все веселились, пока не появились всадники на лошадях. Слово «война» тогда никто, кажется, не воспринял всерьез. Слово «война» так и останется для нее на всю жизнь самым пугающим и громогласным из всех. И даже в день рождения, на исходе 10-го десятка, в глазах Раисы Ивановой едва заметная грусть. Она прекрасно понимает, ее поздравляют как уважаемого человека, пережившего Великую Отечественную. Наталья Гордеева, Алексей Зотиков, Георгий Кривошеин, Павел Лисицын, Республика, Мариинско-Посадский район.